Это та самая букмекерская контора, где в субботу вечером произошла стрельба. Первый выстрел мужчина произвел вот сюда, в потолок, а второй сделал прямо возле кассы. Это кадры с камеры видеонаблюдения. Мужчина буквально врывается в помещение с ружьем в руках и стреляет в потолок. В этот момент здесь находились четверо человек. Люди в спешке стали покидать контору, а через несколько секунд мужчина делает еще один выстрел в потолок. Никто не пострадал. После выяснения обстоятельств было ясно, что мужчина совершил данное действие хулиганского мотива из-за проблем в семье. В настоящее время мужчина находится на стадии бракоразводного процесса со своей супругой. Нижнекамец таким образом решил разобраться с женой, которая работала кассиром в букмекерской конторе. После инцидента его тут же задержали полицейские. Со слов задержанного было установлено, что данное оружие он нашел. В ходе разбирательства было установлено, что данное оружие было не зарегистрировано и является охотничьим. В ходе обыска сотрудниками полиции было данное оружие найдено, изъято. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас идет расследование, после которого станет известно, какое наказание получит мужчина. Также решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям «Угроза», «Убийство» и «Незаконное приобретение», «Передача», «Сбыт», «Хранение» или «Ношение оружия». Светлана Шумкова, Максим Липин, Новости НТР.